Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. В данном ролике у нас распаковочка. Я вот приобрел два инвертора по 5 кВт фирмы Voltronic. Значит, эти инверторы будут стоять с моими солнечными панелями, монтаж которых проводили недавно. Это два стринга по 12 панелей, каждая панель по 280 Вт. Ссылку на монтаж панелей, значит, я оставлю в описании под роликом. Значит, сейчас будем распаковывать их и будем снимать коробки. Сейчас вам покажу, что у нас лежит в коробочке. В коробке у нас шнур, значит, диск с инструкцией Watch Power, значит, и сам инвертор. Сейчас я его достану и покажу вам. Я его достал, вот такой вот инвертор. Я вообще инверторы все, которые у меня находятся в моем доме, покупал раньше в Китае. Но у нас есть в Краснодаре фирма, ссылку на сайт, который я оставлю в описании, который мне предложили хорошие условия, хорошую стоимость на этот инвертор. Ну, вернее, их два. Вот он, второй лежит в коробочке. Вот инвертор. Значит, я посчитал, с учетом доставки таможенных пошлин и стоимости, мне оказалось выгоднее покупить в этой компании. Значит, два инвертора мне они отдали по прекрасной стоимости. Мне вообще не было никакого смысла покупать, вести это все, когда я здесь приехал, купил и забрал их сразу. Значит, это очень удобно. Сейчас снимем у него, значит, какие у него порты подключения есть и этикеточку. Увидим этикеточку. Значит, инвертор 5 кВт. Цвет белый, бело-черный. Значит, режим температурной работы от минус 10 до 50. Значит, режим инвертора, значит, 5 кВт. Значит, батарея у нас получается 48 вольт. Максимальный ток зарядки 118 ампер. Значит, 230 вольт выход, 50-60 герц, 22 ампера, одна фаза. Значит, зарядка от сети. Значит, 230 вольт, 50-60 герц, 35 ампер, одна фаза. Значит, 54 вольта выход постоянного напряжения. Максимальный ток 60 ампер, по умолчанию 30 ампер. Значит, 230 вольт, 50-60 ампер, 22 ампера. Это у нас выход инвертора однофазный. Значит, попанельно, значит, подключить можно 5 кВт. Ну, это выходная мощность 5 кВт. Это суммарно мощность инвертора, которую может дать, и с панели одновременно. Значит, режим, номинальный режим работы, значит, 320 постоянка, это точка МППТ, значит, максимальное напряжение VOC, это открытого контура панели 500 вольт постоянная, и, значит, пределы работы МППТ, это 120-450 вольт постоянного напряжения. Значит, вот еще повторюсь, номинальная, значит, operation voltage, это у нас напряжение работы, это 320 вольт постоянного тока. Значит, сейчас снимем порты, какие есть у него подключения, и буду дальше снимать. Выглядит нижняя часть инвертора. Значит, у нас слева направо получается вход сетевого напряжения. Значит, вот у нас AS-IN вход, земля,
фаза и ноль. Потом ice out, это у нас получается выход напряжения инвертора, фаза с нулем. Значит, у нас здесь термоконтроль, подключение заземления, вот оно. Значит, у нас два вентилятора охлаждения, вот один и второй. Здесь у нас подключение батареи. Значит, с левой стороны у нас плюс, справа у нас минус. Значит, вот у нас подключение солнечных панелей. Здесь у нас подключение выносного дисплея. Вот этот дисплей, он снимается. И можно удлинить его и подключить его в другом месте. Но я делать не буду, у меня дисплей будет стоять на одном месте. Значит, здесь у нас вот два штекера подключения к компьютеру. Вот здесь есть все обозначения. Значит, данный инвертор работает по программе, которую можно скачать на Play Market. Значит, и подключение по Bluetooth можно сделать его, и программу мониторинга можно использовать. Также можно использовать программу работы через компьютер. Подключить шнур, подключить компьютер, установить программу, и можно наблюдать за параметрами работы инвертора. Значит, для того, чтобы подключить батарею, подключить, значит, солнечные панели и подключить вход-выход, значит, сетевой и выход с инвертора 220 вольт. Значит, снимается дисплей, вот этот снимается крышка и освобождается как бы от места подкрепления. Вы увидите там под этими крышками, там будет крепление. Потом, когда я буду производить монтаж этих двух инверторов у себя, я могу дополнительно снять, если вы захотите, как это будет выглядеть в реалии, как это снимается и как будет делаться подключение само. Значит, у нас вот еще раз покажу сам инвертор. Вот здесь у нас кнопочки управления. Сейчас снимем их отдельно. Вот у него есть кнопка включения. Она вынесена на переднюю панель. Значит, кнопки управления, вверх, вниз, вот. И здесь вот кнопочки переключения режима с левой стороны. Значит, в ближайшее время я буду производить монтаж этих двух инверторов. И могу снять ролик по их монтажу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если понравилось видео. Делитесь с друзьями. Ссылочку, как я говорил, на компанию, где я приобретал и солнечные панели, которые стоят у меня на крыше, и вот эти два прекрасных инвертора, я оставлю в описании. Это оригинальные инверторы фирмы Voltronic.